Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Мелочи жизни». Покупки – дело хлопотное, но мы поможем. Подскажем, где лучшие цены, выгодные акции и новые поступления. Оставайтесь с нами. На рынке напольных материалов постоянно происходят изменения. С каждым годом появляется все больше новых методик. Магазин «Домовой» предлагает новую технологию в отделке пола. Характеристики – устойчивость к сырости и влаге, антистатичность и долговечность. Не верите? Сейчас проверим. Ай! Ой, живой? Да, живой. Вот видите, никаких следов, как и обещали. Смотрим сюжет. В магазине «Домовой» в продаже появилась новинка – полимерное эпоксидное и защитное напольное покрытие для самостоятельного нанесения «Сделай пол». Это покрытие является универсальным составом. При его изготовлении используют несколько видов эпоксидных смол, которые являются одновременно и грунтовочным, и финишным покрытием, поэтому основание не нужно предварительно грунтовать. Материал наносится только в один слой, что позволяет вам экономить свое время и деньги. Готовое покрытие обладает высокими гидроизоляционными свойствами и препятствует проникновению воды и масел в подложку. Все, что вам необходимо для нового пола, содержится в комплекте «Сделай пол». А в него входят разноцветные акриловые чипсы, которые наделяют покрытие антискользящими свойствами, а также скрывают мелкие неровности и дефекты напольной поверхности. Цветовую гамму комплекта «Сделай пол» вы можете подобрать самостоятельно. На выбор 5 заводских цветов основания – серый, бежевый, желтый, красный и коричнево-красный. Просто, современно, выгодно и долговечно для гаража, для офиса, для склада и для магазина. «Сделай пол» – действительно универсальный состав. Для создания уникальной структуры покрытия можно применить в напольных системах и новые декоративные элементы – глиттеры и блестки. Они имеют разнообразную структуру, форму и размер. Полы с такими наполнителями структурно отражают свет. Благодаря этому свойству они часто применяются не только в частных домах и квартирах, но и в коммерческих покрытиях – полах ресторанов, кафе, развлекательных центров, дискотек, баров и ночных клубах. Заинтересовались? Тогда приходите в магазин «Домовой». Рестораны – это хорошо, но иногда хочется одеться поудобнее, без костюмов, платьев, каблуков. Разжечь мангал, приготовить вкусный шашлык или уху, повеселиться и потанцевать. Или наоборот, собраться в тесной дружной компании друзей, попить чайку и покормить комаров. Романтика. Все это вам предоставит «Тихая заводь». Смотрим сюжет. В теплое время года многие стараются выбраться на природу большими компаниями, чтобы отметить день рождения, памятную дату или просто провести время на свежем воздухе. Практически в черте города расположилась зона отдыха «Тихая заводь», где легко совместить приятное с полезным. Многие солигорчане и гости нашего города уже оценили преимущества «Тихой заводи». Администрация базы отдыха прилагает максимум усилий для того, чтобы все элементы инфраструктуры не только позволяли создавать максимально комфортные условия для отдыха, но и гармонично вписывались в окружающие пейзажи, не нанося вред природе. Работает «Тихая заводь» ежедневно, кроме понедельника. Время работы по будням с 14 и до 24 часов, выходные с 12 до 24. Дорогие солигорчане, мы приглашаем вас посетить базу отдыха «Тихая заводь». Настало время весенне-летний период, время пикников, поэтому мы приглашаем вас отдохнуть в нашем сосновом бору на природе. Мы будем рады вас видеть в нашей базе отдыха. Здесь на ваш выбор крытые или открытые беседки. О топливе для костра за вас побеспокоилась администрация. Уголь или дрова вам предложат приобрести на месте. Стоимость аренды места отдыха вас также порадует. От 85 тысяч стоит беседка. С вас желание отлично провести время и хорошее настроение. Тихая заводь – отличное место для отдыха. Лесной массив, водоем с водоплавающими птицами, площадки для игр. Так что смело можно брать с собой детей, они будут в восторге. Спектр услуг базы отдыха постоянно расширяется. Здесь делают все для вашего удобства. Забудьте о проблемах и просто наслаждайтесь отдыхом. Заказать беседку на удобное для вас время можно как по телефону, так и приехав лично. Весна, пора обновлений. Причем это касается не только внешнего вида, но и жилища. Самое время затеять ремонт. А чтобы все было без шума и пыли и с минимальными денежными затратами, смотрим сюжет. Как известно, полы и двери задают общий тон всему интерьеру, поэтому к выбору этих деталей нужно подойти со всей ответственностью. И начинать ремонт в квартире стоит именно с них. Многие не решаются на ремонт, считая, что он обойдется слишком дорого. Но магазин дверей и напольных покрытий доказывает обратное.
Среди большого ассортимента ламината российского и немецкого производства для удобства покупателей собранных в образцы, чтобы вы могли увидеть, как будет выглядеть пол в вашей квартире, легко определиться с тем, что вам нужно. Практически все в наличии. К примеру, ламинат в квартиру площадью 30 квадратных метров вместе с плинтусом и подложкой обойдется вам в 3 миллиона 750 тысяч рублей. Предлагает магазин по улице Заслонова 53 и выгодную беспроцентную рассрочку на 3 месяца. В этом случае ваш первый взнос составит 1 миллион 875 тысяч, два последующих по 937 тысяч. В квартиру площадью 50 квадратных метров стоимость ламината и сопутствующих ему плинтусов и подложки обойдется в 6 миллионов 150 тысяч белорусских рублей. А ламинат в квартиру 80 квадратных метров будет стоить всего около 10 миллионов рублей. Для рассрочки вам нужен только паспорт, безо всяких справок о доходах. А если вы оплачиваете покупку сразу, вас ждет скидка в 10%. Здесь же вы можете приобрести и двери из различных материалов – шпона, эко-шпона, массива. И эта покупка также не пошатнет ваш семейный бюджет. В однокомнатную квартиру стоимость дверей из эко-шпона составит 9 миллионов 600 тысяч, в двухкомнатную – 11 миллионов 780 тысяч, а в трехкомнатную – около 14 миллионов. И помните, на все действует рассрочка. А приобрести вот такие двери для однокомнатной квартиры можно всего за 5,5 миллиона.